после картошки. Этот остались. От травы вон эти. И бараним. Сейчас попробую показать, что получается. Особо ни хрена ничего не получается, так что считаю, что вернять все надо. Пахать, да. Нафиг. Не пахать, хочу навоз повозить сюда, завозить. Он есть у нас, он собирает вот так. Эти все. И в конце кидает. Ой, и отлично. Все, у нас 8 октября. Уже вчера, сегодня был первый снег. Уже пахать вовсю надо. А мы еще только бараним. Ну, где-то он собирает, видишь, сейчас решил чуть повыше его сделать. А вот такая вот херня. Этот навоз после овец, много травы остается в этом навозе. И вон картошка много гнилой. А сколько осталось еще? Ну, это хорошую пропустили, блин. Сколько? Колхозники херово. Это без меня собирали. Сережа тут руководил. Ну, ладно. Что есть, то и есть. А так, этот... Вот я с этих 12 ворос, сколько тут метров? 80, наверное. Борозда. И 12 штук было у меня. В общем, 60 мешков по 3 ведра. А сажали 10 мешков. По 4, наверное, ведра. Я считаю, что неплохой урожай. Вот так. Ну вот основные. Мусор он собрал. Ну и нормально, я считаю. Три дня мучился он, ждали электрика, хиректрика. В общем, проводка была вся оригинальная на нем, но где-то оборвана, где-то что-то с эти предохранители. В общем, копался он 2 дня. Ну, вроде бы сейчас все работает, сделал. Так что вот так. По диагонали, как поле боронить ходил. Я ему говорю, что не боронить надо, а мусор вот этот весь остаточный собрать и нормально все
А вот так по диагонали от этого до того не надо нафиг. Просто собрать этот мусор, где соберет более-менее. Да, и... А вот он. Сейчас все заканчиваем нахрен. Сегодня зацеплю, наверное. Ковшик на кун. Да. Буду развозить навоз на участок. И все не собрать, но я считаю, что нормальный, оптимальный вариант. Это его понесло в сторону. Ну и ладно. Картошки. Это этот раздолбай. И вон и грядки вот эти. Ну. Тут вон ее. Блин. Ладно. Нормально все. Всю ее все равно не собрать. Коров раньше у нас в колхозе после картошки ученики собирали. Так же все. И коров пускали. Корову подбирали. Ну вот сзади видно, что он там